Всем привет, всем здравствуйте. Вы с Ириной Ягуд в Америке. Я вам обещала сделать обзор с бутика, показать, какие есть новые сумочки. Не на все буду вам цены показывать, я так думаю, потому что они спрятаны. Но сейчас пройдемся по магазинчику и посмотрим, что есть. На скидках нет ничего сейчас. Но у нас впереди Thanksgiving Day в конце ноября. Потом не за горами у нас Рождество. Это крещенские их... Хотела сказать, морозы, скидки, рождественские скидки, Крисмас, перепутала, у них Рождество Крисмас называется, поэтому будут рождественские скидки, и, в общем, а пока влюбляемся, сейчас что-то вам покажу. Так, ну и прям рядом со входом начинается вот эта витринка, вот с этими прикольными сумочками, вот такие они малышечки. О, кто-то пришел. Будет нам. Не будем сильно громко разговаривать. Так, вот такие красоточки, сумочки. Видим, да, что это? 19.41. Вот у этой цена недалеко. Сейчас подсмотрим. 795. А совсем прям малышечка. Вот они похожие есть. Я так думаю, что цены у этих одинаковые. А кожа разная. Вот у этих кожа зернистая, а вот у этой кожа гладкая. Так, и здесь вот такие классные кейсы. Маленькие, прикольные. Это вот те, которые стоят. Так, ладно. Я тут заслушалась немного, извиняюсь. Так, вот это тоже новые сумочки. Но это, я не знаю, детские прям какие-то малышечки. Смотрите, как замочек откуда, докуда расстегивается. $495. Совсем малышечка. Вот это тоже небольшая. Вот такая. Так, маленькие рюкзачки. Так, здесь похожие сумочки, только в других расцветках. Так, это вот отдельно просто навесили они сюда. Вот она в черном цвете есть. Это которую я вам... Ой, ну, сильно не разглядим. Я сегодня черненькая. А вот, смотрите, какая красотка. Кожаная. Вот это кожа. Сейчас найду цену. 695. Там 695. Длинный ремешок крепится. А вот такая же гладкая кожа, но это тоже отдельно налепили. Сейчас я вас по размеру сориентирую. One of my faves, definitely appreciate it, you know?
allows you, like I said, because I'm wearing my skirt. It just gives like that little umph. Wait, we're just with that today. That's the thing about working here. You can just walk around. Like, yeah. More of a less trendy, more promote the long term. Так, ну они отошли, не так громко разговаривают. Вот эти сумочки совершенно новые, и у них получается две ручки. Одна вот такая средняя, и вторая длинная, вот она крепится сюда. А по размеру я вас сейчас сориентирую. Вот такие. Так, эти все сумочки мы видели. Они как бы таких старых коллекций. Так, здесь у нас кошелечки. Косметички, карт-холдеры. Так, ну это там вот такие держатели для телефонов. Цепочка там болтается. Это чехлы для телефонов. Кошелечки. Так, что новенького здесь? По-моему, здесь что-то новенького. Так, ну такие сумочки были у нас. Немножко другой расцветки, но были. А вот эти камеры, вот эти новые. Смотрите, какая прелесть. Так, коллекция 1941 с каретой. Длинный, сейчас посмотрим, что там цепочка или ремешочек крепится. Вот сюда, я так понимаю. Ручечка. Волшебненькая. Здесь кармашек. Сейчас расстегну, посмотрим, что внутри. Так, и цвета у них вот какая беленькая еще есть. Вот это прикольненькая. И вот это черненькая. Так, сейчас по размеру вас сориентирую. Ну, она, знаете, как вот такая вот прям камера. Сумочка. То есть она мало. Звонок входящий сбил нас. Малышка, но она будет очень вместительная, потому что смотрите, какая толстенькая. А так она прям вот такая вот. Так, ну что, посмотрим, какая она внутри. Так, нашла ценник $450. Вот эта подкладка тканевая. Потому что вот здесь вот у нее кармашек, там подкладка у этого кармашка кожаная. Вот здесь тоже кожаная, вот это там бордовая кожа такая. Вот здесь, видите, накладной кармашек на кнопочке. Кожаная только вот эта вставочка, а внутри вот эта тканевая подкладка. Вот такой вот ремешочек у нее длинный. И здесь вот такой кармашек уже без накладных каких-либо кармашков. И вот эти замочки получаются у нее. Вот этот вот один, он застегивается с одной собачкой. То есть вот он отсюда. Вот такие донышки у них. Идет и застегивается вот здесь. А на переднем отделе два замочка встречаются. Они по бокам расстегиваются. Вот я их расстегнула, и они вот здесь вот. Вот видите, а тот расстегнул, он стал с этой стороны. Сейчас мы его застегнем, он будет с этой. И вот такое донышко. Вот такие классные камеры.
Так, вот эти малышечки, по-моему, тоже совсем новенькие. Это серия Coach New York. Кроссбоди вот такие. Есть вот черненькая и в канвас. Хоть бы цену посмотреть. Нашла ценник внутри. $295 она стоит. Тут сегодня у девочки, у начальницы, вернее, она первый день вышла с отпуска, а вчера у нее был день рождения. И спасибо Фейсбуку. Она там за мной подсматривает на Фейсбуке. И всегда мне говорит: ой, Ирина, я видела, ты была там, ты была там. Вот. А я за ней подсмотрела, что у нее был день рождения. Я знала, что она сегодня первый день выходит. Ну, я приехала с цветами, с подарком. И поэтому теперь мы даже можем попросить: девочки, сделайте музыку потише, мы хотим видео снять. И вот они выключили музыку, и все ушли, дали мне возможность здесь снимать. Ну, у них может быть еще и обед плюс ко всему. Так, вот такая вот на пояс, и она же кроссбоди. Вот так мы, короче, дружим с американскими продавцами. Ну и они много помогают, конечно, нам что-то найти и заказать через бутик. Девчонки молодцы. Так. Здесь у них появилась новая обувь. Вот эти вот новые ботиночки, рюкзачок, приятненький такой, и какие-то мне тут ботинки, ой, ой, я буяню, простите, я буяню, все, никто не заметил, стой, пожалуйста, вот эти вот прикольные ботиночки. Так, 195. Ну вот эти вот сумочки, они, по-моему, из старых коллекций. Но, ребята, появилось очень много мужского. Сейчас я вам пойду покажу мужской. Сейчас закончу с еще одной витринкой женских сумочек. Вот она последняя здесь осталась. Ну а здесь, в принципе, нам и рассматривать-то толком нечего. Вот это Лора. Мы ее с вами знаем. Вот это Чарли. Вот в каких цветах она есть. Скидок нет. 375, по-моему, Чарли. Здесь Касси. Малышки 275, большие 375. Насколько я помню. Вот в таких цветах есть. Ремни без скидок. Вот эти 90, а вот эти, по-моему, 150, а вот эти по 90. Ну, вот насчет этого не уверена. Знаю, что вот эти по 150, а эти по $90. Вот там еще сумочки наверху. Вот здесь они на них цветочки прилепляют. Вот на этом вот оборудовании как раз они тут это делают. Такую красоту. Так, а мы с вами. Так, вот это новая камера. Вот это сумочка. Или это кошелечек? Нет, сумочка. Похоже на Динку. $175. А вот эта камера новая какая-то. Не помню я ее, чтобы она была ранее. Бархатная внутри подкладочка. Фурнитура серебряная. Так, ну здесь косметички. Вот еще такая камера есть в черном цвете. Вот здесь малышки кроссбоди всякие. Так, ну а мы с вами... Что вот Лору мы в таком цвете никогда раньше не видели. Кстати, можно на нее посмотреть поближе. Такая интересная. Первый раз я в таком цвете Лору вижу.
мы с вами пойдемте посмотрим мужские вещички. И начнем вот отсюда. Так, вот, смотрите, какие мужские сумочки, ремни. А, тканевые. Вот это в черном цвете. В канвас. Это тоже кожаная, мягенькая такая. Кроссбоди такие. Камеры мужские. В синем цвете. И в черном. И вот такие сумочки. Но это похоже, знаете, больше на дорожные такие. Ну, прикольные. Кстати, вот можно будет на Рождество потом, если скидки будут, мальчикам подарки сделать. Вот здесь кармашек, видите, на замочке. И вот здесь замочек на отделе. Цвет еще вот такой синенький. Вот этот черный. Сейчас цену посмотрю. Да, без скидок они прям совсем не дешевое удовольствие. $250. Вот так красиво смотрится внутри. Но мне все-таки кажется, что это больше как дорожная косметичка такая мужская. Не все-таки не как сумочка. Так. Ладно, не буду застегивать. Девчонки застегнут. Так, здесь еще камера есть вот в таком цвете. Ну, в принципе, если кого-то что-то сильно заинтересовало, я цену не показала, то я ее могу на сайте найти. Дело в том, что сайт бутика, он в России не открывается, но как-то девчонки некоторые умудряются там какими-то путями. Но это кто там с компьютерами дружит, могут как-то это сделать. А так, да, мы помним, что пока скидочек нет в магазине, и мы просто влюбляемся. Так, ну это, похоже, женские на поясные сумочки. Так, портфельчики такие. Вот это солидный такой портфель. Замшево здесь внутри. На магнитах. Видите, как прикрепляется. Ну, тяжеленький такой прям. Так, там рюкзаки. Тут вот такие портфельчики. Дорожная сумочка. Вот такие кроссбоди. Они же рюкзаки. Такой рюкзак на одно плечо, который. Так, здесь тоже рюкзак и сумочка. Вот поясные мужские большие. Держатели для телефонов мужские. Кроссбоди, и их же можно на ремень одевать. И вот такие смешные рюкзачки. Не знаю, зачем они такие нужны. Ну, может, и нужны кому-то. Так, ну а мы с вами, наверное, на этом все рассмотрели. Вот такие это были новости. Вот так мы с вами все посмотрели. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем всего доброго. Берегите себя, пожалуйста. Пока-пока.